Ого, вот это полет. Это какая-то сороконожка на колесах. Хватит бить мои ноги. А где он? А всем виним Роблокс. Ого, я забил тебе гол. Что за замьёлка, камикадзе? Уи, вот это полет. Всем привет, сегодня будем смотреть новые постройки паштета. Ну, то есть кота. Так, спасибо за конфету. Загружать пейнтбол? Да, давай пейнтбол. Конечно, эту конфету, чтобы обычный рост тебе взять. Так, нет, это что за дзам, ёлка, камикадзе? Я что-то не понял. Чай, я все видел, ёлка. Я знаю. Да и так загрузится. Так, ты кто такой? Эй, мистер ёлка. А, Арконус. Так, ну давай, ты загрузил свой пейнтбол, да? Или как это называется? Тут ничего нет. Не, тут было хорошо. Нужно стать маленьким. Маленьким? Со мной в пейнтбол будешь играть? Да, если хочешь. Давай мной играть. А, стоп, там надо было оставаться. Я буду этим мячиком сейчас. Ты хочешь мячиком стать? Ага, на стульчик меня посадишь. О, вот. Ну ладно, я сделаю тебе мячик. Здесь надо будешь. Не шевелюсь. А почему я должен не шевелиться? Я не хочу быть мячиком, я хочу быть таким, какой я есть. Блин, какая карта-то красивая вообще. Что это такое? Так, а чё я коричневый? Ты чё, издеваешься надо мной? Сделай меня синим. Нет, не таким. Покрасивее, вот таким. Все, давай, играть со мной в пейнтбол. Давай, я жду, быстрей. Сколько мне еще ждать? Готов? Готов. Ого. Ого, вот это полет. Куда это я полетел? Стоп, я обратно? Что-то скучно получилось. Давай еще раз. Неинтересно, у тебя пейнтбол. Ого, вот это полет. Давай бей меня своими палками. Ого, я забил тебе гол. Да, давай еще раз. Прыгай, останови еще раз мячик. Стоп, что? Давай лучше обычным мячиком будем играть. А я обычный мячик не поместил. Нет, ну вот этот, который вот этот. Почему он сам включается? А бывает, так, я хочу саму карту посмотреть. Я вот так, получается, еду. Сейчас. Секунду. Вот еду по этому тоннелю. Вот так. Сюды, сюды, сюды. Потом сюды, вот сюда залетаю. Тут как-то пам-пум. Не знаю, что тут творится. Там что-то крутится, вертится. Падаю сюды. Тут-то вот сюды. Это непонятно немного. А ты меня потом своими палками бьешь, короче. О, можно еще вот сюды залететь. Вот так. Потом сюды. Потом так отскочить. И сюды. А вон там палки какие-то. Так, короче, можно я? Давай, да? Так, стоп, куда не тыкать? На рычаги покажи. Не тыкать. Ты что, хочешь, чтобы я не тыкал на рычаги? Да, тебе придется. Нет, я не смогу. Ты меня не знаешь. Увы, я нажму на все. Желтый рычаг это играть. Какой-то мячик запустился. Ты мне палками я что-то делаю. О, нет, мне сейчас гол забьют. О, нет, даже себе проиграл. Он должен отскакивать, но сервер лагает, поэтому он уходит на поезд. Так, у меня есть метод получше, знаешь? Сейчас я тебе его покажу. Пам, отбивай. Нормально. Что же может быть как мячик? У меня есть гениальная идея. Секунду, можешь подождать? Так, вот куча мусора. Сейчас ты будешь ими играть в пейнтбол. Ой. Готов? Поехали. Да. Давай, играй в пейнтбол. Надо было все в другой цвет покрасить немножко. Но уже немного поздно. Сейчас посмотрим, что будет. Давай, отбивай своими палками эти блоки. Сейчас они упадут до конца. Готовься. Скоро тебе будет очень сложно играть. Не, ну сама карта красивая, тут все круглое. Ты что, меня бьешь? Ай, ты меня внутрь закинул. Давай, давай. Сейчас подождем, пока это все к тебе придет. Ну, короче, пейнтбол, которым надо играть, вот какими-то вот этими шариками, потом их запускать с помощью магнита, они летят и пролетают прикольно по карте. И их бьешь вот этими палками красивыми. И все, больше тут ничего нету. Ну, давай все-таки посмотрим, что будет. Чуть долго. Может, помочь им? Что-то не получается у нас так играть этими кубиками, они просто... проходят сквозь или вообще даже не долетают. Все, я их удалил. Ну, короче, такой пейнтбол. Тут еще все отскакивает. Что он хочешь про него сказать? Он красивый. Ну, я скажу то, что им можно очень прикольно играть мячиками обычными. Даже в них не залазить, но из-за плохой физики Роблокса это не получается сделать, потому что шарики просто проходят сквозь эти. А, теперь Роблокс, да, виноват в том, что ты не смог немного рассчитать? Да. Во всем виним Роблокс. Ладно. Так, давай, ты еще что-то хотел мне показать, вроде бы. Да, сейчас. Это что еще такое? Subscribe or I will ban you. Наш администратор забанит вас, если вы не подпишетесь на канал. Ладно, давай смотреть следующую постройку.
Так. А вот это уже немного становится интересненько. А какая-то катапульта, чтобы метать. Так, можно меня метнуть куда-нибудь? Метай меня. Да, стой. Садитесь не на кресле, сейчас нужно кое-что сделать. Давай, я хочу метнуться. Стой, мне нужна цель, в которую я метнусь. Я камикадзе. Сейчас Нажимай вправо. Сейчас, чтобы вправо. Катапульта, тебе нужна... И ничего не происходит. Ой, как зависло. Что происходит? Оу, это как? Что меня так сильно замульнуло? Я аж тут до елки долетел, который автомат нас готовит. Это что, из-за этой штуки так зависло? Нет, кто-то что-то удалил. А, ладно, это все-таки не из-за нас. Так, можно еще раз катапультнуться? Да. Стой, убери кресло в другое место. Перемести его, так сказать. Сейчас. Так, сейчас мы будем метать эти кресла туда. Куда-то. Ща, подожди. Ну, меня уже метали, так что теперь будем метать тебя. Понял? Кот, кот, ты что творишь? Давай. Готов метаться? Да. На людях, конечно, мы не будем ничего проверять такого, потому что люди... Ну, это люди. Сейчас мы все это проверим на... Не, меня не спускают, ты что? Сейчас мы запустим этих... Как сказать? Ну, зэгов, давай. Готов? 3, 2, 1, давай. Зэгов в космос. Бедный зэг, давай, давай. А, студия? Ясно, понятно. Еще выше поднять? Да. Так, нормально? Да. Все, зэг, теперь ты точно улетишь в космос. Вот так, давай. 3, 2, 1, запускай зэга в космос. Запускай! А где он? А он тут остался. Не понял. Это еще что такое? Ай, блин. Своих бьешь ложкой большой. Что я тебе сделал? Плохой кот, а чем меня бьешь? А чё зэг-то не ушел? Стой там. Стой. Он слишком маленький, он просто сквозь провалился. Он испугался. Катапульта, это страшно. А, все, у меня завис. Короче, давай запускай это, то, что есть. Ладно, давай тогда меня запускать. Раз эти зэги испугались чего-то. Так, раз фиксируем. Нормально. Взял все стулья, раскидал. Что такое? Это не я. Ну, я знаю, что это не ты. Если бы это был ты, то я бы взял бы пистолет в руки. Не надо. Так. А, давай, я готов в космос летать. Как можно... Почему ты меня не смог запустить? Заново загрузи. Хватит бить мои ноги. Давай. Заново грузи. Нужно запускаться только на кресле водителя. Так, давай. На кресле водителя буду запускаться. Огонь. Уии, вот это полет. К ёкам. О, нет, я сейчас утону так. Я буду жить. Я буду жить. Заново загружай. Теперь давай тебя запустим в космос. О, нет, танк. Давай тебя. Готовься. Садись в катапульту. Садись. А, стой. А можно... Ну, ладно. 3, 2, 1. Полет. О-о-о, нормально. Че, в бездну улетел? Почти. Ладно, заново загружай. У меня есть одна идейка. Ща, я перезайду в команду. Пускай меня. Ща, запускай. Так. Прими режим общего строительства. Так надо. Очень важно это. Так, что тут у нас за механизмы? Сейчас все дюпнем и себе возьмем. Так, теперь у нас будет две катапульты. Я готов к полету. Там все тут катапульты нас любому. Ой-ой-ой. Да. Нормально так. Можешь садиться поуправлять. Садись. Стой, подожди. Подожди. Полетели. Давай. Не, она прикреплена. Я ее просто уже разморозил, когда ты ее копировал. А, ясно. Это катапульта не рабочая. Тогда давай меня запустим. Еще разок. Нормально, так я слетал. Короче, это катапульта, чтобы запускать бедных людей в космос, которые просто любят нажимать на кнопки. Ну, таких как я. Я же люблю тыкать на кнопки. Ну, тогда, наверное, будем... Стой, отойди, отойди. Отойди, отойди. Отойди. А, ладно, давай еще раз катапультимся. Только последний раз. А потом загружай следующую постройку. Давай, садись. 3, 2, 1. Полетели. Нормально, нормально. Ой, я могу дальше управлять. Стой, можно я тебя прихлопну? Ладно, загружай следующую постройку, я сейчас тоже пройду. Я жду. Загружай. Это что такое? Машина. Я чуть не уверен, что это машина. Это какая-то сороконожка на колесах, если честно. Ну, давай посмотрим, что за сороконожка. Так, я же говорю сороконожка. Уж точно, или червяк какой-то. И куда нам на этом червяке ехать? Можешь пройти билд-бо, только меня не забудь, я тут остался. Где ты остался? Сейчас этот червячок поедет куда-нибудь. А, он, короче, у меня сломался. У меня он перевернулся там сзади все. Ладно, доеду. Так, тут какой-то танк. Я буду преследовать танк. И буду его кушать. И пугать. Пс, я шароконожка. Я тебя запугаю. И съем. Сейчас, подожди, у меня хвост вперед вылез. Секунду. Бзо. А, у него изоляция была. Окей. Заново загружай. Грузи, грузи.
Кот, я тебе. Блин, как сложно на этой сороконожке плавать. Ого! Вот это полет у сороконожки был только что. Так, ладно, я еду к тебе. Ой. А теперь он с коллизией. Давай сюда. Давай сюда. Не боись. Я не кусаюсь. Я только ем тебя. Стой. Давай две сороконожки. Зайдем спереди и сзади. Ой, блин, у меня подлетело. Будем драться. Кто из нас круче? Давай включим PvP режим, чтобы он мог нас разносить. Будет прикольно. Так, PvP врубай. PvP. PvP. Вот. Ну, сейчас этот танк нам задаст. Ого, вот это полет. Вот этот полет. Это что было? Блин, как круто. Ладно, я улетаю. А я не в космосе, я в бездне. А меня нет. Сороконожка прикольная была. Ладно, давай еще что-нибудь посмотрим. Если у тебя осталось. Ты еще хотел музыку показать? Или еще что-то? Что сейчас будет? Музыка? Мой механизм двери. Стоп, не с Ютуба? Нет, я вот там думал. Сам придумал новый механизм, не буду показывать. Чтобы не... Ну ладно. Короче, нажимаю на нажимную плиту. Такой есть на Ютубе. Ого, у тебя 10 тысяч дерева. Но это совсем другой. Он его по-своему сделал. Другой придумал механизм. Наверное, более легкий, я не знаю. Ладно, давай проверим. Опачки, когда падает... Там появляется красная платформа, типа все загорелось, открывается. Когда просто нас купаешь, появляется красная, смотри. Окей. А дверь открывается? А двери нету. А, этот механизм более крутой. Типа он загорается красным, и потом только открывается. Вот. Красным загорается и открывается тогда. Это типа дверь, которая автоматически открывается. Очень прикольно. Ну ладно, не будем долго на этом задерживаться. Следующий загружать.